Привет, друзья! Вы на канале Кулинарим с Викторией, и сегодня я хочу поделиться с вами рецептом салата «Цезарь». Я его готовлю очень часто летом вместо ужина. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Куриное филе разрезаем вдоль напополам. Солим, перчим и добавляем любимые специи. У меня это прованские травы. Слегка поливаем растительным маслом и втираем специи с двух сторон. Перекладываем в отдельную тарелку и отставляем, пусть оно у нас хорошо промаринуется. А мы займемся приготовлением сухариков. Для этого берем любой белый хлеб, нарезаем его на небольшие кусочки, выкладываем на противень, солим, добавляем любимые специи, слегка поливаем растительным или оливковым маслом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. Сухарики должны хорошо подзолотиться. Пока мы занимались сухариками, курочка у нас промариновалась. На горячую сковороду наливаем растительное масло, выкладываем куриное филе и обжариваем его по 4 минуты с каждой стороны на среднем огне до золотистой корочки. Затем один кочан любого листового салата разделяем на листья, тщательно моем и обсушиваем. Остывшее куриное филе нарезаем тонкой соломкой. Помидорчики черри, если они у вас крупные, разрезаем на 4 части, если помельче, то на 2. Так как сейчас лето, я добавлю 2 спелых авокадо. Убираю косточки и нарезаю авокадо на небольшие кубики. Также я нарежу немного красного лука. Буквально понадобится пол луковички. Лук это по вкусу. Полукольца лука я немного разделаю руками, чтобы было еще мельче. Приготовим соус «Цезарь». Для этого в крутой кипяток помещаем 2 яйца и оставляем на 1 минуту. Минута прошла. Перекладываем яйца в холодную воду и остужаем. В отдельную емкость выбиваем остывшие 2 яйца. Добавляем 2 столовые ложки бальзамического уксуса. Вместо бальзамического уксуса можно использовать лимонный сок. Добавляем 1 столовую ложку зерновой горчицы. Соус солим. Выдавливаем 2 зубчика чеснока, добавляем 40 мл растительного масла и дополняем 3 столовыми ложками сметаны. У меня сметана 30% жирности. С помощью погружного блендера все тщательно перебиваем. Масса должна стать кремовой. Готовую массу переливаем в отдельную емкость и убираем в холодильник. В холодильнике масса должна хорошо загустеть. Собираем наш салат. В большую тарелку выкладываем листья салата. Сверху на листья салата выкладываем небольшое количество красного лука. Затем нарезанные кубиком авокадо и обжаренное куриное филе. Салат «Цезарь» получается довольно сытный за счет куриного филе и за счет соуса «Цезарь». Сверху выкладываем помидорчики черри, сухарики и все это дополняем соусом «Цезарь». Я рекомендую поливать салат соусом «Цезарь» непосредственно перед его подачей, а не заранее. Иначе листики будут плавать в соусе, получится уже не так вкусно и красиво. И таким же способом собираем оставшиеся порции, если вы собираете порционно, как я. Но также этот салат можно собрать в большой салатнице. Всем желаю приятного аппетита. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория. Пока-пока!